Горная Лао – самый крупный населенный пункт Лазаревского района Сочи. Проблем здесь немало, и одна из основных – это отсутствие очистных сооружений, отметили на сходе жители поселка. Между тем, здесь строятся не только частные, но и многоквартирные дома, которые не спешат устанавливать очистные сооружения на своих участках. Посоветовавшись с руководителями района и города, было принято решение все-таки запроектировать и построить здесь большие локальные очистные сооружения. Для того, чтобы была возможность у всех жителей присоединиться к этим локальным очистным сооружениям. Еще одна проблема – это неудовлетворительное состояние контейнерных площадок САХа. Где-то есть вопросы и с водой. А вот одно из достижений – это заасфальтированные дороги. На эти цели в районе в целом было потрачено 250 миллионов рублей. Кроме того, построено 36 детских и воркаут-площадок. И главное – открыт новый детский сад на 360 мест. Его строительство ждали не один год. Это те проблемы мы полностью исключили, когда наши родители с детьми поднимались рано утром, особенно в курортный сезон, и везли детей в детский сад, невыспанных, уставших и так далее. Приезжали поздно ночью, привозя детей в этих пробках и так далее. Проблему эту мы исключили полностью. Всего же в Лазаревском районе 60 населенных пунктов. Свои пожелания по улучшению качества жизни поселков должен продумать каждый. Они будут озвучены на следующей неделе, тоже на сходе граждан. Его проведет глава Сочи Анатолий Пахомов. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Арактаян, телекомпания ВКТ.